выражению равно. Кто нашел уже? Сандар. Формулы, уравнения и задачи. Математика становится понятнее и интереснее, если урок ведет учитель школы Горки 10 Анастасия Аблеева. Недавно Анастасия Андреевна стала лауреатом третьей степени конкурса профмастерства «Учитель года». Ребята во всем поддерживают любимого педагога. Моего педагога зовут Анастасия Андреевна. Она очень хорошо объясняет, доступно, и я думаю, каждый человек может понять. Больше всего алгебра мне нравится, потому что на ней как-то более ясно. Треугольники мне не нравятся. Ну вот, еще что сказать. Ну, хороший учитель. Цель стать учителем появилась сразу после школы. Стремление к новым знаниям, любовь к детям, упорный труд. И за плечами уже 9 лет работы в образовательных учреждениях. Участие в конкурсах помогает повысить профессиональный уровень, говорит молодой педагог. Во-первых, тебя оценивают, во-вторых, ты показываешь все, на что, так скажем, способен, все свои методические, какие копилочки у тебя есть, все показываешь, демонстрируешь. Вот. И, конечно, то, что оценивать, немножко непривычно, потому что дети обычно, ну, участвуют в этом процессе и не оценивают, что логично. А тут тебя оценивают, и, конечно, необычный такой опыт, но нужный и важный всем учителям. Анастасия Аблеева успешно совмещает преподавание с классным руководством и активно участвует в жизни школы Горки 10. На будущее у педагога большие планы, в том числе и новые конкурсы, в которых она обязательно примет участие. Екатерина Крамер, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».